Она не надо пока. А что не правильно? Это как бы таким крылом. Ну что, все влезает? Ну ты разве полная, ты чё? Ну это еще так, семечки. Включи. Все, будем под палатку стелить. И так ехать будет холодно ночью. Вот так вот. Распределяем все. Как мы едем под палатку? Как-нибудь. Ну все. Полностью выгрузили. Можно трогаться. Спальный мешок в нос киньте. Спальный мешок с шапкой там туда, да. В носовую часть. А ты, Надя, давай садись сюда на эту, на лавку. Канистры смотрите, чтобы ровно стояли, чтобы не протекал бензин. Мама, можно я с тобой сюда? Протекают, что ли, сапоги там? Да они, вон, чуть-чуть тут материал-то, видишь, сразу же хватанули и все. Там немножко это. Они как галоши, так что. Ну, материал-то сразу же впитывает. Ну ладно. Выдвигаемся. Сколько время-то сейчас? Кто знает. Да, тут оставим. Время. Время 11:07. Как раз за 2 часа до заката солнца доедем до места. Вот. Нет, так палатку там разобьем. Печка есть, все. Давай, все, аккуратно. Все, что было нормально, поехали. Давай, вперед! Быстрее, вперед все в лодку! Деревню посетили? Я буду спать, потом поснусь, а я... Едем дальше на скалы. Вот первые скалы появляются. Комары жужжат.
У нас закончил бензинчик. Закончился. Разбавляем десяточку. Маслом Хидея. А канистра у нас где? Литровая, помнишь? Все тут. Так. Поехала. Ничего страшного, разбавляем. Масло Хайди. 200 грамм на 10 литров. Так, где у нас? О, четко налил, вообще с первого раза. Вот этот точняк. Заливаемся сюда. Полная десятка у нас получается. Отлично. Эту сейчас сболтаем. Заливаем в бачок и дальше едем. Вообще-то разворачиваемся. Еще одну десятку развели, хорошо. Все, едем дальше. Двигаемся дальше. Прибыли вот в такое красивое место, смотрите, напротив скал. Разгрузились уже все. Опа! Будем ночевать в этом сарае. Сарай открыт, поваренька есть, стол есть, лавка есть, дрова есть. Сейчас дровишки нарубим, здесь будем ночевать. Ну, собирайте дрова, будем ночевать. Хворост. Хворостовоз. Ну, пару еще поленцев. Опа. Опа. Оп. Березовых хороших. Опа. Оп. Ага. На, держи. Так. Ага, все, беги. Да хватит, наверное. Гора такая. Хватит. Мама, мне повезло. Давай. Все, кипяток надо греть. Греть кипяток надо. Вот, все. Дрова заготовили, все. Заходим. Разводим пластинку от комаров. Я подняла. Что-то темно. Это кажется, не темно. Можно я вам помогу? Нет. Чем поможешь ты хочешь? Палки буду это ломать и... Ну я давай попробуй. Подавать. Попробуй. А берест-то у нас где? Вон. Не, берест-то. Берест-то. Это палки-то ладно. Берест-то. Какой? Где березовый полено, да? Спасибо. Это у меня будет. Я вместе с тобой сплю, не забывай. Ай! Залероха. Да. Тут даже не линолеум, е-мое. Там еще умывальник есть на улице. И сюда, тут не начинаю. Пластинки зажигайте от комаров. А, красота, печка растопилась. Папа, топор хочет взять. Топор. Че, его там оставили, что ли? Топором давай, я уж сам буду работать. Че, Евка тут дров насобирала вообще целую кучу, да? Там аккуратно, что ли? Ну что, Ева? У нас котелки уже почти закипели. Красотень, да? Смотри какая. Чайник уже тоже кипит, он пыхтит. Просто красота. Вот ночуем здесь, напротив вот таких вот замечательных скал.
примерно 100 метров в высоту. Очень высокие скалы. Это еще, но это еще не самые высокие. До высоких мы чуть позже поедем. Вот, смотри, какие. Они почти отвесные. Сосна растет. Вообще до лампочки. Это скала. Прямо нафиг на скалах растут. Красота, смотрите, какая неописуемая. Река Пижма. Чистая, прозрачная река. Все, сейчас будем варить макароны. Сильно кипит, папа. Угу. Да пусть кипит. Жигульки все выкипят, зато хорошо. Потом попозже еще у нас шашлычок есть. Вот. Шашлычок у нас есть. Красотень. Евка. Красавица моя. Вот в таком сарайчике живем. Наши там все спят. А мы с утра раннего встали, вот готовим. Я не люблю долго спать. Я встаю и сразу готовлю чего-нибудь. Самая натуральная, речная, чистая, чистейшая вода, вкусная, прохладная, в такую жару, да? Полезная. Полезная, вкусная, много минералов, железо там все в ней есть. Это вам не из-под крана пить. Не из-под крана нельзя пить. Так, макарошки у нас уже вообще шипят. Вон муравей, смотри, какой здоровый ползет. Где? А вон, вон куда-то к костру пополз. Нет, только что был. А вон, по кирпичу ползет, смотри. Ага. Че он забыл там у костра-то? Там такая жарища вообще. Здоровенные такие, они такие есть, с крыльями летающие. Короче, в костер пополз. Самоубийца. Ну что, как настроение? Позитивное, да? Да. Вон сколько гальянчиков плавает, смотрите. Целая толпа гальянов. Крупные такие экземпляры есть, смотрите. Вот вообще крупный. Подъехали до самых высоких скал. Вот такие вот здоровенные, смотрите. Там еще кто-то что-то установил вам. Какие-то хрени установил. Вот до этой скалы идти тяжело бы. Там переузие очень большое. Я пробовал уже. Сейчас залезем. И вид. Посмотрим вид какой со скалы.
подъезжаем к берегу сейчас. Главная цель у нас вот побывать на скалах в такой замечательный день солнечный. Это самое главное. Пороги мелкие, каменистые. Блин, сколько раз уже винтом зацепил. Защита хоть и стоит, все равно попадает. Все, приехали. Да, видишь, какие булыжники. Вот через камень вылезаем и с правой стороны скалы залезаем на скалу. Вон какая высотища, блин. Больше, ну, около 100 метров, точно. Какая-то табличка там стоит. Ну, давай, ползите. Я уже почти половину залез. Ну, как красота. Ух. Вот это красотища. Это только наполовину еще заползли. Даже меньше. Вот так тихонько-тихонько, никто вас не торопит. Высоты она боится. Я тоже высоты боюсь, ну что теперь сделать? Вон, смотри, какой вид открывается, а. Вот это ого. И мы еще вон сколько не заползли. Ползем уже минут 10. Туда-сюда потихоньку. Ева, сюда иди. Ева, вот сюда потихоньку. Сюда. Зигзагом надо заползать, не прямо. Вот это видок, ребята. Вот это красота. Сквозь реку всю видно, смотрите. Просто сквозь. Видите, да? Идеально чистая вода. Можно даже рыбу, наверное, отсюда увидеть. Я боюсь. Я не трус. Я не спущусь отсюда нафиг. Я не трус, но я боюсь. Пойдем по другому пути. Лодка идет. Карманов, что ли? На рыбалку поехал. Слышно, четырехтактный мотор работает. Вот это высота. Вот это да. Красотища. Если эти булыжники вниз полетят, то это что будет? Это будет кирдык. Вот сюда бы дрончик запустить. С дрона, конечно, вид был бы круче. Ну, в таких местах, как всегда, вот конюки летают. Птичка хорошая, красивая. Где он пропал куда-то? Маневры. Ух, вот это высота. Ну что, забрались? А вы переживали. А вон, смотри, еще сколько наверх ползти, если так вот разобраться, не, да? Я не пойду. Еще метров почти, ну, 20 примерно надо забираться вверх. Я не поеду, не пойду. Не поедешь? Не пойду. Ну вот, смотрите, идите сюда. У меня голова сейчас кружится. Все. А тут вообще высота, смотри. Это я здесь был в каком году-то? В 2015, что ли? Последний раз здесь забирался. Вот туда еще кто-то умудрился что-то поставить, смотри. Надя. И вот там пролет вот так. Как тут залезали, я вообще не понимаю. Там опасно, там вообще узенькая такая скала. Здесь-то пошире вон. Здесь-то вон пошире, смотри. Вот это высотень! Я туда вообще боюсь заходить. Там дальше вообще, вон, смотрите, если туда выйти, там... Оттуда, если упадешь, все, шлепок. Костей не соберешь нафиг. 100 метров надо падать. Вон, всю реку вижу, смотрите. Все, что есть под водой. Вообще все. Каждый камень, грубо говоря. Конечно, красиво, но очень страшно. Да. Очень огромный лес, да. Ух. Ну что, как вам? Очень страшно. Такая высота, блин, 100 метров. Да, верю.
Ну все, все. Евка-то вся такая недовольная, красная, как огурец. Бедная, да, конечно, она устала, пока мы лезли. Да, высоко надо лезть, высоко, ребята, вон. Вот это просторы, а! Не перестаю удивляться за столько лет, сколько здесь живу, и все время удивляюсь. Когда залезешь сюда, так, блин, ахаешь. Давай сейчас, давай пару камней сейчас скинем. О, какие здоровые. О, щебенка. Фух, так чисто, знаете. Символически. Летят вообще со свистом. Вот это красота. Ну-ка побольше булыжник надо кинуть. Просто какой-то американский фильм, блин. Да. О, это триллер. Около воды, как они полетели. Это надо видеть. Все, спускаемся вниз. Вот это будет, блин, кадр. О! Разогнулось, блин, до самой реки. Все еще хрустит там слышно. О! Клево пошел. Вон куда камень-то прикатился, смотрите. Ага. Блин, к самому берегу почти. Ну что, Евка, как тебе такой спуск? Хорошо? Видно уже, как огурец красный стало. Все, идем в лодку. Туча пришла. Откуда взялась, непонятно. Сейчас под дождь попадем. Экстремал. И вода будет на полу. Да. Быстрее уронула. Так, потихоньку собираемся. Чего? Все, воду дучишь, да? Обязательно за собой порядочек оставляем. Все чисто. Все убрали, все прибрали. Сейчас посуду эту заберем. У нас еще еда есть. Не будем же выбрасывать. Да, сразу унеси, что можешь, вот так вот. А я там все остальное. Потому что тяжелое. Это в бардачок сра положи. В бардачок? Да, в бардачок. Там ничего не перевернется, нормально должно быть. Ну что, Евка, забирай там все, что там осталось. Кружки и неси в лодку. Все семечки тоже в карман себе положи, остатки. Потом будешь лузгать. Покидаем этот сарай.